Также в День пожилого человека прошла благотворительная акция в Мистовском филиале Центра Надежды, отделения Милосердия. Сотрудники межпоселенческой районной библиотеки привезли подарки, а артисты из Дорохова подготовили праздничную концертную программу. Отделение Милосердия в год посещает более 300 человек. Кто-то приезжает сюда на 21 день, а потом возвращается в семью. Кто-то живет здесь месяцами и уже отсюда отправляется в интернат. У многих из этих людей нет никого, кроме социальных работников. Помочь пожилым людям решили и сотрудники межпоселенческой библиотеки. Здесь у них люди находятся и по там 6 месяцев, и даже по году. А так как это как бы временного проживания, то там то, что касается какой-то одежды, то это как бы не предусмотрено. Поэтому мы вот организовали эту акцию, чтобы людям помочь. В благотворительной акции приняли участие сами сотрудники библиотеки, читатели и просто неравнодушные люди. Но главным подарком ко Дню пожилого человека стал праздничный концерт. Его подготовил хоровой коллектив «Сударушки» из деревни Дорохова.